Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 15 апреля 2015 года, температура плюс 5 градусов, мы с вами находимся на даче у моего термосептика, который вот таким образом был укрыт от дождя, чтобы тут все было сухим, инструмент и подмокший компост или мусор. Вот теперь это все нужно для начала рассортировать, вот эту воду вот сюда завернуть, и можно приступать к просеиванию. Вот все это дело таким образом вот так убираем лишнюю влагу. Пусть она там подсыхает, а мы с вами тут займемся просеиванием вот этого вермикомпоста. Убираем камешки отсюда, открываем закрома и начинаем просеивать прямо вот сюда в ведра. Таким образом сюда составляю все ведра, и процесс пошел. Как это делаю, покажу чуть позже со стороны. Ну а пока вот подготовлен транспортное средство, так скажем, и все готово к тому, чтобы начать просеивать. Здоровья вам и благополучия!